До этого можно спокойно играть от фиолетовых. Гранат-то у меня нету, блин. О, вот это повезло. Сразу же прокнуть этот. Желательно уже начать на третьем собирать. Не, да, на третьем собирать. Ой, как плохо. Нету. Нет, ну вы видели эту тварь, да? По-хорошему, мне просто не надо было к ней подходить. Блин, такая неудача. Надо было ловить? Да, возможно. Надо было с собой ловить. Блин. Блин, старт пока что такой себе. Два ключа, ноль бомб. И есть два золотых сундука в этой локе. Понятно, пойдем сундуки открывать. Первая бомба. Возможно, я ее потрачу на то, чтобы тот сундук золотой открыть. Потому что там еще и с краской. Гулливер, привет. А, вот здесь еще хорошая комната, кстати. Может быть, я ее открою. Все-таки два обычных сундука тоже неплохо. Попробуй в следующем ране быстро пройти до пятого босса, там может появиться суперсекретка. Откуда вы это, блин, берете? Че, уже кто-то там на ютубе супергайды делает или что? Я спидранить не собираюсь, я не спидраню игры. Волшебный боб восстанавливает все сердца и увеличивает дальность стрельбы. А еще выращивает крутые волосы. Погнали сюда. Взрыватель 101. Все бомбы взрываются крестообразно. Yes. Вот теперь это хороший старт. Что он дал мне 5 бомб. Идет. Да, я попробовал их не дамажить всех подряд, и вроде бы получилось.
этими мухами справиться. Медуза тоже, кстати, раздражается, когда по ней урон проходит. Вот бомба эта дебильная, которая от нее еще и падает к тому же. Вот о ней я забыл. Улучшение пушки прям класс. Короче, так, мне что-то надо взрывать. Блин, вот, ну, надо. Я забыл об этом. Ну и оттуда, отсюда прям сразу выпал ключ, который мне и нужен. Найс. Так, это магазин. Магазин ровно 70. Блин, а у меня кристаллов-то нет. А чё я в магазин собрался? Вот это, наверное, неплохо. Нет, нафиг. Будет мультиплеер. Где? Какой мультиплеер? Напоминает террарию. Нет. Здорово, Койлс. Ты уже немножко даже опоздал к рогалику, я бы сказал. Это было близко. Ну как ты успел меня кузьбануть? Ну как? Ну... Дебильная летучая мышь. Найс, блин, фиолет набираем. Нет. Окей. Каким ты ее в террарии управляешь? Так, хпшки. Все остальное, наверное, ключи... Ключи бомбы здесь, наверное, тратить не будем, да? Хотя... Не-не-не-не, невыгодно, невыгодно. Может, Starbound? Может быть. Давно эта игра началась? В 7 часов примерно. То есть, да, 2,5 часа уже играем. О, вот она комната. Ну, чат, что вы думаете? Я думаю, что так как у нас розовые волосы, надо идти вниз. А еще на мне розовое поло. Надо идти вниз. Какая-то крутая штука с яйцами, а здесь куча ключей. Прикольно. Ох, куча ключей, куча сундуков. Ну, неплохо, неплохо, запомним. А эту дверь, наверное, взорвать можно, не? Сразу же Хардстоун напоминает Хардстоун. Там яичко. Я такого шлема еще не находил. Робоброня, как робокопка, получать урон, могут выпасть дополнительные щиты. На будущее очень даже хорошо. Здесь может быть секретка.
Стоп, я теперь, наверное, запрыгнуть никак не могу, да? Потому что я сломал здесь ящики. Блин. А, не, вот же прыжковая платформа, лол. Все нормально. Стримить супердушную конференцию французов не будешь? Нет. Блин. Здесь сейчас будет файт. Не, не будет. Ничего себе, комната без файта, как удачно. Юбиков-то? Не, юбиков нахрен стримить. Они же просто покажут Assassin's Creed новый, который будет точно такой же, и все. Я думал девольверов постримить, но они вроде были вчера, и я не уверен, у них же вроде вообще даже конференции как таковой не было. Или я не понял что-то. Там что-то игру какую-то бесплатную ввели. В стиме. Так. Это стоит открыть. Стоило, да. Юбиков. Да блин, тут вот у нас игра интересная. А юбики-то чё, конвейер свой делают? Не поддерживаешь ААА Гейминг. Девольверов я только что посмотрел. Есть пара неплохих штук. 23-го выходит симулятор японских тентаклей. Класс. Вот ведь сволочь, а! Я хотел убежать от этого долбанного клоуна. А эта хрень сдохла и кинула за собой бомбу. Говно. Я так фиолетовую штуку никогда не наберу. Мне к четвертой надо будет красную набирать. Зато красную бы набрал с легкостью. Так, ровно один кристалл, чтобы пойти открыть кристалл, который будет... Который даст нам фиолетовую... Блин, магазинная еще комната. Но не, магазин нам... Вообще, на самом деле, надо. Симулятор этот тентаклей выглядит как что-то интересное. Carry on. У меня вообще такое чувство, что это что-то знакомое, что они уже давным-давно анонсили, нет? Подождите, там именно тентакль или червь такой гигантский? Не помню, что за маска, но выглядит интересно. Давайте брать. Киборг. Нет, наоборот, это что-то плохое. Потеряй сердце. Блин, это потеряй сердце, но что-то там получи, не помню. Дает щиты, увеличивает урон от оружия, уменьшает количество контейнеров. Да, на один уменьшило мне. Ну, урон от оружия дает уже неплохо, наверное. Может сильно апает за один-то контейнер. Так и есть, анонсили там вообще каким-то непонятным чудовищем полутентакль. Так эту штуку они год назад показали. Я думал, она уже давно вышла, и в нее никто не поиграл, они не все забыли или что-то такое, не? Можно сейчас как-нибудь получить полную версию данного творения. На данный момент нет. А давайте проверим. Нет, наверное, можно только себя продамажить и потерять две бомбы. Но мы пытались. Может быть, можно... Не, каменные стены не перепрыгиваются. А в стиме сейчас на главной странице магазина. Кто? Неон Абис? Это не стоит денег. Здесь что? А вот это может быть неплохо. Да блэд! Грёбаный бомбермен!
Че, секретку, я думаю, а че ее искать-то тут? Тут все очевидно. А, Керрион, ясненько. О, yes. Вспомнил эту комнату, к счастью. И все равно получил урон. Ну, очень жесткая на самом деле. И мобы сильные, и... Ага, на выбор. Пропуск или... Громовой мотор был очень крутой в прошлый раз, по-моему, да? Чем больше у вас щитов, тем быстрее вы стреляете. Да. А боевой пропуск просто от монет бы мне урон, по-моему, добавил. Бог экранов! У меня первая пушка и один выстрел все еще. Зато быстрый. Вот это было очень неудобно сейчас. Ну ладно. Я так фиолетовую свою... Ну вот в начале следующего уровня надо бы как-то ее добить. И начать открывать красную потихоньку как-то. Что это делало? Окей, пуля отскакивает от стен. Хорошо. Ладно, на самом деле, это для меня это нормально. И что еще? Урон апает? Не, побед науки. Просто пуля отскакивает от стен. Нет, не буду пока тратить. Так, наконец-то. Погнали. Какая-то пушка, которую мы еще ни разу не брали. Угомон и китайский фонарь, который, скорее всего, дает дабл-джамп. Нет, шанс получить фею-хранительницу при получении урона. Даже лучше, наверное. Пушку бери, да, пушка мне нужна, но нет. Так, мы фиолет здесь точно не начинаем, мы здесь хотим красноту, поэтому сюда. Ох, сколько граната, как хорошо. Хочу ли я вот этот вот сундук как-то открыть, попробовать? Я предлагаю это в самом конце прокнуть, наверное. Хотя... Надо подумать над этим еще. Мы в уровне 3. Не успеешь настакать? Давай сейчас. Так мне же урон для этого получать надо. Не знаю. Ну ладно, давайте, да, наверное, сейчас все-таки. Сойдет. Оу май. Чего я там не успею настакать? Ха. Вот теперь главное наоборот не перестакать. Случайно. Фея? Где фея? Какая фея? Вижу. Ну что? Типа она меня могла защитить случайно?
Зачем эта полоска? Нам нужно попасть в красный уровень, потерять там здоровье. Сделать нам это надо для того, чтобы... О, класс. Сделать нам это надо для того, чтобы открыть босса Ареса. Мы еще ни разу не убивали Ареса. Блин, мне куча этих штук мешает видеть, где на самом деле я нахожусь. Все эти петы. Сапфировое кольцо, по-моему, хорошая штука. Есть шанс получения дополнительных щитов при монете. Да, это 10 из 10. Поехали дальше. О, это очень долгая мелодия. Да чё звуки-то подлагивают? У вас тоже или только у меня? Может, мой GXR чуть тупить, наверное. Найс. У вас тоже? Ну, значит, игра. Значит, не GXR. Черничный пирог. Неужто сердечко? Если из яйца ничего не, не вылупится, вам выпадут доп-ключи. Стоп, щиты, не ключи. Щиты. Охренеть, какая штука. Вау. Там-т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 ам
Телескопический прицел увеличивает дальность стрельбы и высоту прыжка. Окей. Ничего страшного не будет, если ты в этой комнате настолько же красный, у тебя уже выпала фиолетовая фигня. В этой? Разве? Нет, это было не в этой, это было в предыдущем уровне. Что-то я не вижу здесь фиолета. Или все-таки не, или все-таки в этом было, но красный можно тоже иметь как комнату. Высота прыжка, ей! Лучшая монета в игре! Ей! Вау, еще одна игровая комната. Серьезно? У меня счета полностью не пройдена. Сейчас мы еще туда дозакроем. Нам как раз... Нам еще пушка нужна. Как раз взрывается, да. Пора было бы уже. Та-да. Я почему-то подумал, что мне надо сюда лететь. Ну ладно. Слишком самоуверенный этот стример был сейчас. Я давно не руинил музыкальную комнату, так что, чат, не гнать на меня. Ты издеваешься? Какого хрена? Кусок. Так, секретка. Не понял. Есть еще один. Офигеть, где она, вы посмотрите. Забавная секретка. Если бы у меня крестом не били бомбы. Так, я еще в магазин не ходил, но я не уверен, что я туда буду заходить. Бог оружия, Кольт. Сейчас я тебе покажу, кто тут бог оружия. Ту-т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 у
Ау, какая неприятная. Какие неприятные выстрелы. Вот эти вот прям вот совсем. Пиво, по-моему, одно из лучших штук, которое дает здоровье, потому что она еще дает контейнер-кристалл. Одна из немногих вообще вещей в игре, которая дает контейнер-кристалл. Так, заходите ли в магазин? 46 монет. Да ничего я там не куплю. Секретка уже найдена. Тут какой-то сундук не открыт. Пойдем посмотрим, что это. Пиво одна из лучших штук. Да, пиво это наша жизнь бы. Да блин, дебильные кристаллы повсюду. Динекс, перестакаешь? А как я тут перестакаю? Я что-то урона уже не получаю. Вот теперь здесь сейчас постакаем. Везло. Сестренка. Ну, нитян. Какой-то щит. Значок разбойника. Когда вы что-то подбираете текущей комнате, ваша скорость и скорость и высота прыжка увеличиваются. Неплохо. Неплохо, может пригодиться. Сейчас, минуту. Хонг, ответь на вопрос, пожалуйста. Количество контента на уровне с Айзеком, если любишь Айзека, стоит покупать. Здесь очень странно открывается контент. Тебе надо проходить игру, и за, короче, монеты, которые ты, типа, получаешь... Ёхта, я их даже не увидел. Ну, ладно, это стак этого. Вот, и за какие-то вот эти вот желтые штуки ты... покупаешь новые комнаты, новых персонажей. Блин, серьезно, ты не мог бы, блин, открыться? Новых персонажей и новых... новые шмотки, какие-то новые объекты на карте и так далее. Довольно забавно сделано. Но при этом немножко... немножко прокачка сделана очень... как бы это сказать... экономика плохая. То есть слишком мало вот этих вот желтых штук дают по одной штуке за убийство босса. Да, гринда очень много. Вот. Вот это не очень нравится. Но сама игра в целом... да, хорошая, интересная, много всяких пушек, много всяких итемов. Прям, ну, достаточно много для того, чтобы в игру, ну, наиграть свои часы, скажем так. Ох, какая комната. Начнем с вот этого. Плохо, очень плохо. Сюда мы пока не пойдем. В Ганджине тоже много фармить надо. Так, надо получить урон. Не забываем, что мне нужно сейчас добить минус контейнер сердца. Звучит интересно. Не, игра хорошая, прям вот советую, реально. Мне понравилось. Я поначалу скептически очень относился, потом зашла. Давай, да продамажь меня. Все, странный звук появился. Сейчас просто фиолет уже начнем собирать. Нам же надо это сделать, дикая обезьяна. И проверяем теорию. Вот он, четвертый уровень. Четыре точки вот здесь. На всякий случай покажу вам еще раз, кто не видел. Четыре точки, вот эти вот мы проверяли под мини-картой. И... ня! Ни хрена!
Тогда что это значит, я не понимаю. В прошлый раз у нас было 2. Уровень 4. 4 раза надо красные комнаты открыть. Может быть, значит, это означает, что 4 раза надо красные комнаты открыть. А в первый раз мне просто повезло, и была единичка. Ну, чтобы открыть, надо было одну красную комнату открыть. Хотя мы разве 3 не тестили? От 1 до 4, от 1 до 5 получается. Но 5 это очень много. Душа самурая, по-моему, прыжок усиляет. Рожки что-то типа урон дают. А, не, это выстрел большой пулей. Вспомнил, что такое самурай. Давайте возьмем. Выстрел большой пулей, звучит круто. Ни хрена. Ну и что мы, как мы будем 3 красных еще зарабатывать? Я понятия не имею. О, не, ну, будем пробовать, что делать. Сюда дамаг. В каждой комнате сейчас надо по дамагу получить. Ключ за ключ, давай. Ключ за ключ, давай. Офигенная штука, фея-хранительница. Блин, получил урон, и ни хрена, кстати, не произошло. Подожди, а ты точно фея-хранительница? А, 3 сундука. Мне бы радужный ключ найти, не буду их пока открывать. Фея засейвила. Да, может быть. Блин, я не успел здесь урон получить. А мы вообще сможем? Нас 4 раза еще. 5 уровень, 6, 7. Ну вообще сможем. Но, блин, на следующих уровнях получать, конечно, такое себе. Открываем. Каска, которая не позволит нам получать урон. Кстати, я все еще с первой пушкой хожу. А это что, это метеор, не? Это, по-моему, метеор. Метеор мне не очень всегда нравился. Фея защитниц. Почему, кстати, комната-то пропала? Я же в этой... Забавно. Новая пушка. Ей, призыватель душ. Раскрыть свой потенциал. Это оружие наносит урон в ближнем бою. У меня есть что-то связанное с ближним боем сейчас? Кто помнит? По-моему, нету. Сейчас выстрелить большой пулей. Блин, не знаю. Ну, не, ну она лучше, чем стартовая пушка в любом случае, правильно? Много баф от ближнего боя, ну, сейчас ни одного, но да. Да, давайте, наверное, щит возьмем, потому что нам сейчас столько урона придется получать. Лучше закупиться в магазе. Блин, секретки искать или нет? Вот в чем еще вопрос.
Так, вот в этой крутой комнате мы еще сейчас сундуки пооткрываем. А, да, все верно. Сундуков как раз ключей, вернее, много. Гранаты, это хорошо. Кристаллы, это бесполезно. Блин. Что-то говно какое-то выпало. Ищем секретку, нет. Здесь может быть... Здесь может быть... Не, не ищем, наверное. Вот как одновременно уклониться и от бомбы, и от его милишки? Вот как? А я урон буду наносить, кстати? Жесть. Я сейчас вернусь за старой пушкой. Но мне почему-то везет, и он, по всей видимости, из-за лазера делает только одну атаку. Еще и монетки спавнит. Обезьяний король его не хочет дамажить. Он превратил все монеты в бомбы. Нет, надо было их раньше собирать. Ау. Да не хотел я на этот прыжок попадаться. Ай! Откуда? Когда бомба-то прилетела? Ублюдок. Блин, ну это было жестко что-то, если честно. Вообще урона нет. Трудно сказать, что можно оплатить такой монетой, увеличивает урон от оружия и скорость стрельбы. Да, да, нафиг, нафиг. Возвращаем первый пистолет. Короче, да, у лазера нет бафа на скорость стрельбы, по всей видимости. А у меня это один из основных бафов сейчас. Поэтому и урона нету. Что здесь было за... Там пушки были, по-моему, да? Надо было ножом, походу, на ноже упал урон. Я мискликнул. А, там еще и каска была. Блин, ну еще три раза красную комнату открыть, это, конечно, капец, как жестко. Блин, ключей-то нету ни хрена. Несколько баф красной комнаты, к сожалению, нет. Стоп, вы еще живы? Нет, ну нет. Ту-т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 у. Блин, а в этих уровнях уже урон по единичке вписывается, да? Или нет? Да ладно! Ну как так? Как так-то? Стоп, сейчас я должен прыгнуть выше. Да. Это же уже пятый уровень. Да, уже скорее всего урон-то по единичке пропи... Блин, это надо оставить. Или можно прямо сейчас превратить ее в красную и выполнить.
Нет, это надо ставить на следующий. Значит, надо здесь уроны получать как-то. Уроны, да, от яиц. Класс. Понятненько. Значит, сейчас прям сразу же в шипы ударяемся. Сюда теперь вообще не допрыгну никак. Сколько урона получаю все-таки? Не, пока что по половинке, по-моему, до босса все-таки. Так, это комната без битвы, в ней не бывает вроде бы. Урон, по-моему, уровень оружия. И чем больше врагов убиваете, тем... Выпало просто так, хотя... Чего? Уровень пятый. Эта штука на четверочке. Короче, это... Это какая-то херня. Может быть, это надо, я не знаю, доспидранить до четвертой комнаты. Ну вот что эти точечки обозначают? Или это мой стрик игр на высокой сложности? Потому что выглядит как, ну типа, вот высокая сложность. Ничего не понятно. Блин, ну теперь надо как-то тащить. Так, а для начала мне нужна дверь, которую можно открыть при помощи кристаллов. О, печенька, это хорошая штука, она мне здоровье как раз-таки дает. Щиты и контейнер сердца, да. ХП апнула. Б4 кристалла надо зажечь. Удариться об 4 красных кристалла, ты об этом... Такое, ну, наверное, возможно. Я не помню, об сколько красных кристаллов я бился. Может быть, кстати, и правда 4 алтаря. Думаю, это четвертый босс из 5. Типа убить 4 боссов. Все еще потоплю за стрик игр. Не знаю, будем разбираться в следующих прохождениях еще. Сейчас уже в этом, очевидно, не разобраться. Блин, брони падает очень много, это очень хорошо. У меня сейчас хороший ран, кроме того факта, что у меня пушка делает один выстрел. И у меня базовая пуха. В целом ран очень хорошая, брони много. Блин, он так классно какими-то сюрикинчиками кидается. Какой забавный. Фу, эти прыжки, лов. О, то что нужно? Надо уже фиолет начинать. Я не помню, что делает Ви, но мы берем это что-то полезное. Супер логотип, улучшает оружие, супер, увеличивает высоту прыжка и скорость перемещения, то что надо. Арбалет я не помню, как стреляет, хорошо или плохо ли для нас. Если мы сейчас здесь откроем вот это... И, соответственно, заберем это. Мы сможем допрыгнуть до этих сундуков.
Найс. Так, босс, пока не идем. А, ты их яйца, что ли, прокнули? Жесть. А, помогите. Ты знал, что в крутящихся колотухах бьет только сами шипы и все, голова сама? Ну, это логично. Здесь, в принципе, в этой игре ты особо урона не получаешь, если, ну, если там соприкасаешься с мобом до тех пор, пока, типа, у моба там нету шипов, например. Вот этот вот хочется очень забрать монету. Да и сундук хочется. Так, ну вначале мы возьмем вот это. Хорошо. Яйки. Больше яек. А у нас, когда не лопаются яйки, у нас дают... мы получаем щиты, по-моему, да? Или это не в этом ране? Так, мы получаем щиты, когда урон. Монета. Щиты с монет. И щиты из яиц. Вот почему у меня так много синего здоровья в этом ране. Топчик. Стоит ли открывать этот сундук просто так? Не уверен. Чё по секреткам? Надо секретку открыть. Всего одна комната с возможной секреткой. Хорошо. Ну, блин, все еще с первой пушкой, конечно. Можно в теории купить арбалет, но я что-то не вижу особого смысла в этом, если честно. Вау, серьезно, в этой комнате? Блин, мне надо будет сверху выстрелить. Я как раз хотел эту дверь открыть. Ну, застрелить, гранату кинуть. Ага. Урона-то нету. Здесь еще сундук выпал. А сейчас у нас будет босс как раз-таки 5 уровня, бог Даркнета. Значит, мы сюда уже не вернемся. Собирать нам уже нечего. Можно только подумать насчет магазина, но я как-то не знаю. Вроде ничего в магазине брать не хочу. Стоп, или... Что там за шмотка была? Я же ее, по-моему, еще не взял. А, уже взял. Вот. Щиты не лезут, да? И такое бывает. Урон очень хороший. Особенно после убийства мелких адов. Урон сейчас прям поднялся. А обо что получил урон, не понял. Ну ладно. Леденец дает здоровье. Найс. Бля, опять красная комната. Пошли уже. Без урона, к сожалению, нет. Я правда не понял, чего урон получил. Может, у меня летел какой-то шарик? Ад на тебе заспавнился. Но такого, по идее, не бывает. Они всегда довольно высоко спавнятся. Магазин. Магазин это хорошо. Игровая комната еще лучше. Поехали. Пушку поищем. Так, не тупить только. Как же яйки мешают плохому танцору? Боевой шлем. Чем больше у вас щитов, тем больше пули выпускает ваше оружие.
Со стартовой пушкой. Интересно, есть ачивка пройти игру со стартовой пушкой? Веселая бомба, ой, это крутая штука. Она пули все сбивает, когда ты бомбу юзаешь. Я бы, кстати, не отказался от каких-нибудь возвышений в этой игре. Ну, в шутан-рогаликах, по-моему, я еще возвышений не видел. С учетом долгой раскачки этой игры, луковый шлем. В каждой комнате вы получаете временную защитную оболочку. Надо запомнить, что вот это оно... Ой, везет на одну и ту же мелодию. Она просто быстрая. Консервы? Нет, подожди, не консервы. Пустая консервная банка. Если у вас нет ключа, используйте вместо него яйцо. А у меня нет ключей. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Сразу же щитом пог. Еще пули отскакивают, да. Надо, короче, мне рашить в комнаты. Потому что у меня неуязвимость маленькая. Блин, да где же... Мне нужен кристалл фиолетовый, чтобы сбросить полностью красную, или хотя бы сундук. Одно из двух. С другой стороны, я могу всю эту игру проходить просто на краснухе, в теории. Блин, что-то фигня, не хочу это открывать. Бомб у меня мало пока что. Типа, магазином я не могу сбросить, к сожалению. Потому что магазин так много не до... Йод. Не, ну попросил, получил, в принципе. И ни хрена он мне не дал почему-то. Забавно. Ну, видимо, от краснухи уже не уйдем, да? Прямой намек на красную. Да, я уж понял. Радуга! Раскрасьте мир! Нет, мы как бы можем попробовать пройти со стартовой пухой все-таки, блин. Гитарка упала вниз. Ваши мысли? Ну, гитара очень крутая.
Я думаю, что лучше гитара. Блин, взять ее было оказалось тяжелее, чем я думал. Чекнуть ачивку на начальную. А здесь все ачивки, кстати, секретные. Блин, я shift-up нажал и бросил. Либо их пока что... А, они еще пока что закрытые. Потому что... Не, поехали. Что за красный билетик? Смотрите, у меня такой лежит. А, это у гитары какая-то билка. Лотерейный билет выпадает случайное усиление. Активный предмет расходует 20 монет. За 20 монет случайное усиление. Посланник доставляет вечную любовь. Пули взрывают кристаллы. При попадании активный выпадает кристалл. За 2 кристалла выпадает кристалл. Я вспомнил, как я эту штуку взял тогда, когда у меня были взрывные выстрелы. Как же это было страшно. Я врагов просто не вижу. Зачем тебе мне видеть? Мент. А где там еще щит? О. Зачем видеть то, что мертво, то, чего нету, да? Еще полкарты вижу. Не вижу, а никто карту не видит. Это так задумано. Так, ладно, что в магазине? Пойдем, откроем. Стоп, у меня же еще музыкальная комната не добита. Какая-то шляпа крутая, смотрите. Она прямиком из Хогвартса, по-моему. Вау, он еще не сломался. Тон. Наизусть уже выучил. Квантовое ядро повышает урон от огнестрельного и дает щиты, источник невероятной силы. Я сломал штуку. Стоп, я ее просто сломал, я в нее не платил. Ну ладно, не платил и не заслужил. Чё? А как я ее сломал? А как это работает? Что? А почему? Теперь мы знаем больше. Так, я хотел еще кристаллы забрать. Ну давайте посмотрим, что произойдет на боссе. С гитаркой. Бог видеороликов. Поехали. Честно говоря, у стартовой, по-моему, побольше урона было. We must stand together, вроде без урона. Тианы, мне годик. Fucking bro, 12 месяц, спасибо большое. За год ресавчиков, спасибо тебе за поддержку.
У них есть право хранить молчание после смерти. Повышает плотность огня и скорость пуль. Ну ладно. Да будет так. Я могу смотреть трансляцию юбиков. Юбики, конвейер. Че у них смотреть можно? Как вы ведетесь на это все? Я вас не понимаю. Серьезно, как вы это делаете? Давай сюда свою. Стоило смириться уже с тем фактом, что я здесь в красную комнату пойду. Главное спрятаться за стенкой и стрелять, по-моему. И больше вроде ничего не надо. 24. Туалетная бумага. А, полотенчик. Без паники, если вам наносит урон, вы теряете только половину сердца. Я недавно как раз вспоминал, а есть ли в этой игре как эта штука называлась? Я забыл. Вафер. Что-то такое, да? Вот я реально думал, есть ли она здесь. Из Айзека. Но она должна была быть. Там все в камнях, я все равно туда не попаду. Как оказалось, штука все-таки есть. Есть идея. Теперь мы знаем, полотенце надо запомнить. Полотенце звучит очень круто. Вот вроде в игре на месте стоять нельзя, а я стою. Шлем, не помню, что шлем дает. Не, ну гитарист из меня вышел отменный. Так, икота крутая штука, 6 урона в комнате. Это позволяет яйца в бомбы тратить. Акула. Давайте акулу возьмем. Яйца-то у нас есть, а вот бомб как раз-таки нету. Так же, как и ключей. Зато мы яйца можем использовать и как ключи, и как бомбы. Королевский лайк мне за эту комнату. Понимаю. А знаете, что самое жесткое? Самое жесткое — это вот эти вот шары. Вот эти вот большие пули. А большие пули нам дает под гитару. Под гитару как раз таки дает вот эта вот маска «Душа самурая». Потому что если бы были небольшие пули, наверное, было бы не так сильно. С другой стороны, она в любом случае пробивные атаки дает, да? То есть, видите, все шары летят через стены. Но голова самурая с этой гитарой просто какая-то безумная, да. Давайте проверим. Опа, секретку с первого раза нашел.
О, ключ выпал. Так, на что у меня тратятся эти? Выпадает случайное усиление, расходует 20 монет. Монет. Монетка выпала. Бронзовая. Очень невыгодная штука. Не, подождите. Вначале захожу прям с этим, с неуязвимостью. Начинаю рубить. Пока неуязвимость не исчезла. Тут мне это не надо. О, какая-то овечка. Блин. Я не успею, скорее всего, да, войти в комнату и... Разве что с телепорта. Yes. Видят ли андроиды сны? Это вам неизвестно, но известно, что пока у вас есть щиты, вы можете совершать доп-прыжок. Отлично. Вспомнил твою фразочку про ДНД игры из ролика по РЛ, так захотел покатать. По РЛ. Поехали. Я не вижу дождя, который в нас падает, а он в нас падает, кстати. Какие интересные шары. Окей. О, рожки. Увеличивает урон от оружия и в ближнем бою. Вот рожки нужны для лазера, короче. Так, все, Каиду, поехали. Стандартная была сильнее пушка-то. Ну, по боссам, да. По боссам, да, зато как комнаты зачищает классно. Фига тут монет. Тихо. Аресу? А, да, Аресу, не Аиду. Ну, у меня как бы финальный босс, вы знаете, да, с кем ассоциируется. От чего-то все-таки получил урон, блин. За что так? Как же быстро заканчиваются враги в комнатах. Ах ты, тварь! Ну, вернее, я. Еще и ножом так тыкнул. Жестко так. А, у нас буржуйчик. Я его не заметил. Можете монетки на шипах собрать. Привет, привет, шарфичек дрова.
Это была проверка на секретку. Проверка не пройдена, по-моему. Чего я мог еще ожидать, правда? Пойдем дальше, красные локи открыть. Какая-то интересная пушка, которую я до этого раньше не видел. Серебряная луна. Загадочное оружие из другого измерения. Вы активка, вы наносите урон при падении, ничего не расходует. Посмотрите, она цепляется за таргет и начинает его убивать. А, гитара лучше, ты конечно лучше. Можно гачи охотников за привидениями. Комбастерс? А где же я их возьму-то? Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Не помню, что за неоновый куб. Энергетический куб. При каждом использовании камня портала есть шанс получить чит. В конце игры. Класс. Сколько у меня камней портала осталось? У меня нет яиц, лол. Мы будем смотреть со стадиями все гитары. Из-за гитары ничего не увидим. Ну, для начала нам надо убить босса, а не стадии смотреть. Правильно? Так. Потому что мы его еще не убивали. Блин, 5 монет. Чёрт. Зачем видеть босса, если можно не видеть? А, разберемся, поехали. Все, гитара. Какого ж хрена? Кстати говоря, лазеры реально круче были. Это только для зачистки комнат хорошо. Зевс, нанеси по мне урон. Еще. У меня как бы красная как раз добьется. Блин, уже не добьется. Возможно, реально в конце тоже надо было в комнату пойти. Мне надо было попробовать это сделать. Я же не сделал этого в этой комнате. Не-а. А все, мне не дадут уже вернуться. А нет! Я зря урон получал. А нет. Вот он, РС. Уровень 9. Нам еще целую локу проходить. Не хочу это к этой штуке идти. Может быть, мы ее еще и заполним, кстати, кристальную. Сейчас вначале красную. Блин, по возможности я поменяю гитару на Final Boss. Потому что она вперед, она по боссу очень мало бьет, Питер. А, у меня синий доктор есть.
Так что на Питера мне, в принципе, насрать. Блин, надо же урон получить, да. Там было чего, не? Интересные у него уровни. Все получил. Ага. Это что такое? Чип пророка. Убить достаточно врагов и будет выпадать больше щитов. Классно, ведь мне мало щитов пока что. Так, теперь надо будет до кристалла добежать и прожать его. Это дополнительный выстрел. Это... Не помню, что дает. Пушка, близнецы, не знаю, поэтому брать просто так не хочу. Ну, не знаю. Знаешь, в чем проблема гитары? В том, что... А если в пол ей стрелять? Не, не все же рикошетят пули, хотя... Не, по идее, все должны. Вперед, вперед, вперед. Каждый третий... Не знаю. Чили это огненные пули? Огненные пули звучит плохо. Давайте дополнительный патрон. Не, ребят, пушку на босса, смотрите. Дополнительный патрон всегда круче, чем другая пушка. Даже на этой гитаре. Я почти уверен в этом. Как? Как это произошло? От чего я получил урон? Я прям вбежал в нее и нажал на крестик. И тут еще и сундук. Говно. А я все равно в комнату-то не прыгну. Какая разница, правильно? У меня же вторая такая комната не откроется. На последних уровнях есть магазин? Да мне откуда знать. Ну не, может быть, должен появляться. Это ж рандом. По идее, должен. Жесть, что происходит на экране? На экране происходит суть рогаликов. Сейчас вы можете запечатлеть рогаликовитость. Задайте, сможешь ли ты заблочить урон щитом и активировать кристалл. Интересная идея. Давай попробуем, хорошо. Нет, походу. Не, нельзя. Ну, типа, это было бы сильно. Груль в стиме есть, через 2 дня появится, 14 числа. Остановимся с выстрелами, ненадолго. Блин, когда ты сдохнешь уже? Если вообще сдохнет. Тут не было файтов. Вот и босс, кстати. Блин, они все сожрали. Короче, лучше всегда прыгать туда, где враги тебя не видят вначале. Короче, вначале пострелять чуть-чуть, а потом пропрыгать в какую-нибудь жопу. Да сколько ж ты монет уже забрал? Ну, мужик, ну... Чекайте, он сдохнет на... На битве, на боссе. И даст мне миллиард монет. Да отстань ты от всех монеток-то. Да ну что ты делаешь-то? Бывая комната, поехали.
одна нашивка. Вы это заслужили. Что это оружие? Какого уровня у меня оружие уже? 6-го. По-моему, бывало 7-го, да, один раз? Блин, секретки искать лениво. Сейчас дабл прыжок. Чёрт, а ведь правда. Ладно, может быть и поищем секретки, не знаю. Бам. Просто яйца надо куда одевать. Магаз нужен замена пушки, а я не смогу пушку заменить. Yes! Ха-ха! Ну, потому что у меня денег не было. Теперь есть. Блин, там сестренки ходят, всех убивают. А должен я? Сестренки. Вышел. Яйцо не выпало, ключей нету. Ключей, яйца. Зачем мне такую имбу? Потому что на боссе она не так много дамажит. К сожалению. Красный сундук. Ну вот, ну... Ладно, я могу их открывать хотя бы потому, что... У меня куча щитов повсюду. Ключи съесть, достаешь, а видишь? Ты у меня видишь яйца? Я у себя не вижу яйца. У меня нет яиц. Яичница. Что за пушка? Водоворот. За честь за Атлантиду. Активно тратьте сердца и получайте монеты. Берем на босса. Давайте вспомним яичницу. По-моему, она лопает. А, удваивает количество яиц, да. Минус дамаг. У меня были дамаги от денег, по-моему, не было. Блин, я не смогу стрелять нормально. У меня будет в шарик упарываться. От скорострельности дамаг. Кстати, да. У меня же основной дамаг все-таки от количества выстрелов, а не от... Не, лазер будет так себе, скорее всего, дамажить. Я согласен. Да, нафиг. Так, хочу попробовать посмотреть. Есть еще возможность? Сундуки. Ключ есть. Щиты-то купи. Да зачем они у меня валяются по всей карте? У меня максимум. Госгитары на босс. Да я тоже думаю, что раз уж так начали с гитарой проходить, то надо с гитарой и заканчивать. Ну, поехали. Вроде ничего больше не осталось, да? Комнаты секретной больше нету, потому что мы уже... Бог же жестокости, Арес! Понятно, будем прыгать. Я, пожалуй, на земле оставаться не хочу. Он прыгать начал, как обезьяна. Там какие-то огни... Ага. О, это как увернуться?
А, просто сзади стоять, все понял. От копья хорошо. Прыжки нормально. Умиротворение. Победить бога насилия. Так, против него, короче, летать надо в идеале. Отлично видно механики босса. Ну, я так, немножечко понял, что происходит. Игра по-взрослому. Медленно теряя сознание, вы погружаетесь в теплый свет. Ну-ка, что это? Убейте Ареса. Открыть сложность бездна. Новая сложность. Найс. Хорошо. И последний менеджер. Новый менеджер и новый игровой этап. Афина. Богиня иллюзий. Мне кажется, она должна быть богиней мудрости. Истинная мудрость скрыта. Люди тешат себя иллюзиями и в процессе теряют души. Вы найдете путь к Афине в ее же храме, как только получите жетон иллюзий. А, ну то есть фиолетовое открывать, она фиолетовым светится. Ну, видимо, ее храм — это фиолетовый храм, да, он даже выглядит как вот такой вот. Что-то легко. Окей. Погнали дальше. Котик, Манеки Нека. Мяу, вы получаете дополнительный бонус, когда подбираете монеты. И потанцуем мы не можем открыть. Ну, здесь я открывать ничего не хочу. Хотя вот этот аппарат звучит круто очень. Яблоко в карамели тоже прикольный. Прикольно. Здесь я особо ничего открывать не хочу. Хотя вот это вот цветочный горшок довольно крутой. Бонусом идет попкорн. Блин, я не хочу попкорн. Попкорн — это взрывающиеся пули. Не смысл, что к ней надо через Ареса, то есть оба жетона нужны. Возможно, возможно. Ладно, давайте копить дальше на танцевальный зал.